Приветствуем вас на этой славной, богатой истории крымской земле, которая видела всех от кроманьонцев до римских легионеров и немецко-фашистских захватчиков. Французы выступили на рытье траншей для того, чтобы приблизиться к русскому бастиону. Нам показали эпизод неудачной попытки штурма Малахова. При поддержке артиллерии вышли, стреляли, получили доблестный отпор от русской армии и откатились назад, утаскивая за собой раненых. Потом вышел сержант, помахал платочком, получилось как бы перемирие. Забрали раненых, поулыбались друг другу и разошлись. В общем-то, как бы так.